Светлана Михайловна, здравствуйте. Вы меня не узнаете? Я Дима. Вы тут были у нас год назад. Я вас возил на своей машине. А потом вы заболели. Эта женщина приезжает в город Н, и с ней начинают происходить какие-то странные вещи, которые связаны с ее прошлым. У вас это снова повторилось? Юлия Делос. 100% летальный исход. 99%. Вы чистое исключение. Канал 1 плюс 1 представляет. Известный уже Иван Гаврилюк, Дмитрий Шевченко появится в новом для себя аплуа. И думаю, что это будет сюрпризом. 2 года назад я был никем. Отставной прапор с нищенской пенсии. Никаких перспектив. А вот появились вы. Да, Дмитро Шевченко. И ваши теперь. Он будет заниматься бизнесом, он будет хитрить. Какие деньги? И он влюбится. Не имеет смысла без тебя. Национальная премьера. Звернувся до режиссера, який казав неодноразово, що він може робити справжнє цікаве для глядачів телебачення. До Анатолія Матешка. І зробили серіал. Від режисера буржує Анатолія Матешка. Думаю, що це буде інтересно. Чому ти молчиш? Наш сериал. Смертный приговор ты подпишешь собственному сыну. Теперь мы знаем, в чем дело. Мы знаем, почему здесь умирают люди. Это попадет в газеты. Наше виробництво. Це режиссеры, операторы, звукорежиссеры. Вся команда 1 плюс 1. Це є нашим серіалом. Критичний стан. Эпидемия? Почти. С 25 березня на 1 плюс 1.